Всем ассаламу алейкум, приветствую всех вас на самый адекватный канал Horse Games. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если все еще не подписаны. Друзья, перед тем как начать, хочу рассказать вам о том, что в сегодняшнем рубрике у нас будет 5-й и 6-й день вайпа. Сразу говорю, извиняюсь за то, что очень долго не выходили ролики. Из-за этой причины мы решили объединить 2 вайпа в одно видео, то есть 2 дня вайпа. Это 5-й день и 6-й день, то есть последний день вайпа. И еще хочу вам заявить о том, что я скорее всего уйду с Лиоса. То есть с данной игры Last Island of Survival я решил уйти. Из-за того, что у меня каждые 2-3 минуты вылетает, я никак не могу играть в данную игру. А также в этой игре очень много читеров. На каждом вайпе 5-6 читеров сразу встречается. Из-за этого я не смог не записать ни одно выживание. После этой выживания будет еще наше последнее выживание. Выживание будет против подписчиков. На данном вайпе мы будем биться с подписчиками. Короче, интересный контент будет. Ожидайте. Ну а если вы не хотите, чтобы я покинул данную игру и чтобы еще снимал видосы об этой игре, напишите мне в Instagram, если вы знаете какие-нибудь нычки, если вы знаете какие-то баги в этой игре. Мы будем вместе с вами снимать данные баги и выкладывать. А так, я решил уйти с Лиоса. Не-не-не-не, заразбасил сверху. Так, сейчас надо будет бахать. Теперь надо сделать так, чтобы потолок сам не задамажился. Блин. Там турка жива, что ли, бля. Ничего. Она мне не помешает. Да ё-моё! Потолок так и так сломался. А откуда вы тут только срёт по мне, блин? Поднимай. Поднимай, поднимай. А хера себе еще на крыше турки. Не-не-не, кратче. Готовый шкаф ставить. Я крафчу. Готовый ставить. Баха шкаф. Только не лезьте пока, подождите. Всех прописал, всех прописал, всех прописал.
Так, все, ладно, тогда вы на этой вышке чекайте. Подожди. Бля, одну Дину не накинул. Да ну нафиг, Дина не просчитал. Короче, давайте залпаните вместе со мной. Именно вот сюда, куда вот сейчас буду пахать. Ладно, забейте, сам сделаю. Не стреляйте из базуки. Оставь! Лила я! Не паникуй, блин. Тачка или нет? Не-не-не, не тачка. Борс, а лучше его давно до кимова.
Follow me.
Follow me. Речь, как говорится. Страшного. Так. Куда они борются, я не понимаю, но они... Что рейдит, я не понимаю. А, Мехмед. А, потолки, бля, дурачки. Бля, вы дурачки. Надо больше что замучить. Давайте-ка. Пятерки, что вы не понимаете мои переводы. Берись.
внимательно, не надо. Все минусы. Почему у меня шкаф, блин? Я не могу встать ничего. Надо побольше с палок откинуть, я не понимаю, что за хуйня. Почему у меня шкаф не работает, алё? Они же не успели свои шкафы поставить там. Потому что у меня только два шкафа именно в хате на данный момент. Чё, я не могу ничего ставить? И они ни одного шкафа не забрали. По факту. Ну, перезайдём, посмотрим. Они основу мою никак не осилят. Если она не осилит, то в жизни никогда. А я знаю, что сейчас замучу. Нет, не пали, не пали, не пали. И вот бы второго человека. А бы сейчас минус 3 бы дал.
Отлично, братан! Шалей. Свой базар отключаю, я понял. Все. You don't touch me. You don't touch me, please. Why you don't not touch me? Why you touch me, bro? Я без сути, как говорится, психика, как говорится, немножко сломалась у меня. Ой, бля, рассекать. Я не хочу, чтобы они шли. Но если я бы начну застраиваться, они уйдут отсюда. Я не хочу, чтобы они ушли. Я хочу, чтобы они остались. Забрали, значит, один утрум. Там, где у нас были вот шкаф один, там шкаф два. Они забрали именно из строя там, короче. Да. Ну да, остальное еще только, мне кажется. Поэтому пошли. Стоп, они до сюда. Курятся, нет, сюда. Нет, там еще далеко. Нет! Ну что, недалеко. Скоро. Блин. Чё, пацаны, сейчас замутим, чё. Смотрите. Отлично же самое тупое сейчас будет. Ты смотришь, да? Точно смотришь? Да? Сейчас смотрите тогда. Если вы хорошо смотрите, то тогда хорошо. Я сейчас покажу. Только хорошо, очень хорошо смотрите. Челика, видите, вон там вот. Смотрите, сейчас как к нему улетит. Thank you.
ты, блин, лезешь в спину, а? Андон, ты сэн, бро. А, братан, вот это ты зря. Вот это ты зря. Это всё, вот это ты зря. Вот это ты зря. Знаешь почему? Куда ты пойдешь теперь? Того челика я бы как-то убил бы. Блин, место как-то не знаю, куда я скинулся. У нас тут полностью все фуловое. Вся ящик. Яшки тут-то не фу. Просто, как говорится, по-колхозски. Жесть, конечно, вот это ты зря, я это заснял. Кирилл, ты зам знаешь, что надо будет. Вот это он зря, ой, он зря. Ой, он это зря. А если честно? А ну-ка. Ну нафиг, как он мне? Давай, иди с не может выбраться, а второй может. Поэтому... Не знаю, что с ума. I
хера себе! Уже через стены, через не знаю чего они там пролезают. 我，哎，天，你家人，该干啥呢？我们。 Можно я вашу кибитку залечу? А, ты еще и столовку завязал, ну это зря.
Да, это уже все, моя кибитка, идите куда хотите, блин. Куда ты лежишь, ёлки с палками? Я же знаю, что ты тут. Короче, объясняю одну штуку. Они говорили о том, что я хакер там и так далее. Говорили о том, что я стреляю как читер, а на видосе все видно и прекрасно понятно, что я никакой там не читер, никто такой. Я нормальный обычный игрок, как и все. Сейчас вам просто по-теоретически покажу. Вот видите, мрази, вот что делает, смотрите. Вот он тут сейчас стоит. Вот, я это буду сейчас снимать, не пофиг, смотрите. Я сейчас даже спрячу, чтобы он не спалил, и чтобы не отошел от окна. Вон, видите, встал. Сейчас он туда провалится, видели? Туда провалится, сейчас покажу.
want to go scavenging together? Короче, объясняю одну штуку. Они говорили о том, что я хакер там и так далее. Говорили о том, что я стреляю как читер. А на видосе все видно и прекрасно понятно, что я никакой там не читер, никто такой. Я нормальный обычный игрок, как и все. Сейчас вам просто по-теоретически покажу. Вот видите, мрази, вот что делает, смотрите. Вот он тут сейчас стоит. Вот, я это буду сейчас снимать, не пофиг, смотрите. Я сейчас даже спрячу, чтобы он не спалил и чтобы не отошел от кнопки. Вон, видите, встал. Сейчас он туда провалится. Видели? Туда провалится. Сейчас покажу, где он находится. Это мразь. Вот, видите, умер от турки. Он зашел в печную. И они сейчас батят нашу турку. Да, он там в печной только что был. Вот, понимаете, вот настолько, настолько и люди. Да, да. Настолько люди мрази, что заходят через эти баги. Ну, после слива рейда, они что-то пытаются там делать. Они унесли как минимум там металл весь сплавленный, который был. Они этот весь металл унесли отсюда. Все, металла больше нету, точка. Металл там, камень, все с печек. Они собрали, ушли, все. Ну, сейчас выйду. Ну, ей-богу, я там успел там серу, там два яшка металла, там, пока я вышел с игры, я это все оттуда принес.
Как вы сами видите, уже второй раз меня выкинуло. После этого вайпа у меня частенько было, что выкидывало, короче. На этом вайпе, как все увидели, просто читеры проходили сквозь фундаменты. И таким образом хотели деспавнить весь лут. Они своими силами не смогли никак осилить нас. Никак. Чтобы понимали, нас было четверо, а их там два клана было. Клан назывался Вольф. Чтобы понимали. Ну вот так и получилось, что нашу хату они, ну, посредством читов, короче, забрали себе. Мы потом, после этого, короче, как увидели я и еще на втором аккаунте Boards, взяли ресы и на крафте просто кильнулись, чтобы им взрыв не достался никаким образом. И решили со своих твинков зайти и немножко покошмарить их. Ну, что у нас получилось? В итоге хотели забрать медаль, но вышло такое обновление, что все сервера закрылись. И получилось так, что ни они не получили медаль, и ни мы не получили медаль. Короче, вот так вот обернулось все. И чтобы вы понимали, это у нас был уже третий или второй вайп. Нет, третий вайп уже был. Что в конце уже читаки просто выносят, понимаете? Просто своими читами заходят и все выносят. И не дают вам забирать медали. И на Бладе та же самая система была. И на стандарте, и на захвате. Короче, уже на каждом сервере, на каждом вайпе есть минимум 10 читеров. Минимум. Их везде уже. Поэтому я дальше не вижу смысла продолжать выживание в данной игре. Ну, я и вначале тоже не имел особого такого желания, чтобы записывать выживание. Потому что мне это не интересно. Я играю в свой кайф. Когда мне по кайфу, я захожу, играю. Когда не хочется, я не играю. Короче, я вот такой вот человек, который не любит выживание, а любит чисто по фану зависать в игре. А эти выживания я чисто для аудитории записывал, потому что они очень много просили меня записать хотя бы одно выживание с кланом. Ну, стартанули мы с кланом, а получилось с квадом. Короче, вот так вот. Ну, после этого видео, через неделю-две, выйдет новое выживание. Данное выживание будет против подписчиков. Чисто рандомно мы встретились на одном из серверов, куда зашли чисто апнуть свой левел. И они попросили, давайте, короче, повыживать. Ну, вот так и получилось. Ну и под конец видео хотелось бы сказать, почему у меня видосы не уходят так быстро. Почему у меня в течение 10 дней, в течение недели только одно видео уходит. Друзья, уже зима прошла, наступило время, где уже пора работать, рабочее время, понимаете. И плюс еще учеба и так далее. Поэтому у меня особо не бывает времени не монтировать и не записывать видосы. На данном канале скоро будут колоссальные изменения. Скоро я буду записывать совсем другую игру, чисто по фану. Что там в комментариях пишут, какую игру записать, какую идею преподнесут. Вот эту идею я и буду записывать в дальнейшем. А так, от себя я уже не имею никакого желания ни в этой игре, ни в другой игре, и даже на этой ютубе. Просто что дальше будет все ради аудитории. То, что они хотят увидеть, то и буду делать. А если они хотят со мной там вместе какую-то короткометражку, да, там, PvP и так далее, базару ноль, пишите в комментариях, я каждый комментарий читаю и думаю над каждым предложением. Всем спасибо, всем добра, всем пока. Ну а под конец посмотрите, что мы начали после этого, как нас несли. Мы зашли со своих твинков и немножко покошмарили данных читаков.
Я там успел двоих уложить, они просто турку поставили и все. Давай я иду. Пусти меня. Пусти. Том застроит.